Сегодня программа Fashion представит Mafia Club Ламана Нера «Черная рука». Не правда ли? Загадочное название. Вам удастся испытать настоящий накал страстей. Вы увидите собственными глазами эмоциональное состояние каждого игрока. Узнайте о преимуществах игры Mafia, а также мнение постоянных клиентов. И кто знает, может быть, в следующий раз победителем серии игр Mafia станете именно вы. Ну что ж, дамы и господа, меня зовут Алексей Скворцов, я являюсь организатором игр в Mafia. Клуб наш называется Ламано Неро, что по-итальянски значит «черная рука». Если вы не играете в нашем клубе, то делаете большую ошибку. Приходите к нам. Мы единственные в городе намерены развивать направление мафии, также детское, студенческое. На сегодня у нас пока что взрослые игры. Мы играем каждую пятницу, субботу и воскресенье. С 8 вечера до часу ночи в самых известных кафе и ресторанах города. Игра «Мафия» – это салонная, командная, психологическая и ролевая игра с детективным сюжетом, моделирующая борьбу информированных друг о друге членов организованного меньшинства с неорганизованным большинством. Завязка сюжета заключается в том, что жители города, обессилевшие от разгула мафии, выносят решение пересажать ее в тюрьму. В ответ же мафия объявляет войну до полного уничтожения всех порядочных горожан. Исследователи выделяют два типа игр – состязание и представление. «Мафия» удачно сочетает себе черты обоих типов. Она одновременно и шоу, и борьба за выживание. В отличие от карт, эта игра никак не связана с деньгами. В отличие от гольфа, не требует финансовых затрат. В отличие от футбола, хорошей физической подготовки. Самое главное, она приносит столь ценимое интеллектуальное удовольствие. Бескорыстной несерьезности игры скрыт ее потенциал. Я вас искренне всех приглашаю посетить наши игры, потому что это хорошая возможность узнать о себе более что-то интересное, что-то новое. Посмотреть на других людей, увидеть, как кто лжет или говорит правду. Здесь собираются люди самого разного статуса, от простых студентов до генеральных директоров серьезных компаний. В клубе используется вся игровая атрибутика. Пластиковые маски, такие же, как на ТВ, и профессиональное звуковое оформление. Я являюсь опытным игроком игры «Мафия». Мне очень нравится играть. Я стараюсь проводить здесь каждые свои выходные. Это замечательный досуг, я всем его советую, потому что вы приходите сюда, вы отвлекаетесь от своей обычной рабочей обстановки. Все проблемы уходят назад, здесь вы находите своих друзей. В прошлом месяце проводилась новогодняя серия игр. В финал вышло 12 человек. Само действие происходило в огромном лимузине и длилось более 5 часов. Каждый месяц игроки, играющие в нашем клубе, получают баллы за победы. По итогам лучшие 12 человек попадают в финал, где первые 3 места получают ценные призы от наших партнеров. Победителем прошлой серии игры в «Мафию» стал Виталий Погодин. Сегодня он с нами поделится своей формулой успеха игры в «Мафию». Играю я на самом деле недолгое время, то есть только месяц. Вообще финал был очень интересный, то есть организаторы хорошо потрудились, хорошо организовали этот момент. Ламано Неро всегда поддерживают серьезные партнеры. В действующей серии игр ими станут генеральный партнер «Аврора Делюкс», салон солнцезащитных очков. Он предоставит сертификат победителю на сумму 10 тысяч рублей. Игрок, занявший второе место, получит приз от магазина «Палаза», который находится в мегацентре «Красная площадь». Также добрым партнером является магазин швейцарских часов «Swatch», который наградит третье место. Лучший игрок каждого вечера получает сертификат на бесплатную пиццу от кафе «Чили Пицца» на улице Черняховского. «Мафия» – достаточно сложная игра. Она психологическая, то есть умственная, да, ее так можно назвать. Играть в нее нужно, не исходя из каких-то восприятий, ощущений, то есть вот как показалось. Нужно реально слушать игру, отмечать для себя каких-то людей определенных. В планах клуба развивать игру во всех отношениях, придумать эксклюзивные новые персонажи, которые будут действовать только в этом клубе. Также планируется расширение на Геленджик в марте месяце. Как вы считаете, это ноу-хау, да, в городе Новороссийске, что именно и кафе «Мафия», и проходят игры «Мафия», нужны ли они нашему городу, и должна ли эта игра получить дальнейшее распространение среди новичков? Я считаю, то, что, конечно, должна, потому что она действительно очень интересная, очень занятная игра, в которой люди получают вообще невообразимые эмоции. Для детской «Мафии» действуют особые условия. Игра проходит за сладким столом, а для студентов чай дарится в подарок. Приводите сюда своих детей, и ваш ребенок обязательно заговорит, ведь увлекательный процесс игры никого не оставит равнодушным.
Накройте номер вас! Молодежь реально собирается. Ну, как вы видите, здесь все любого возраста люди приходят. То есть от 18 и до 45. В общем, ну, дружеская обстановка, никаких не конфликтов. Заявки на игру «Мафия» в клуб «Ламана Нера» принимаются по телефону 70-40-70. Код города Новороссийска 86-17. Огромное спасибо моей семье, кто помог этот клуб создать специально для всех вас. Относительно недавно в городе Новороссийске появилась игра «Мафия». Проведя сегодняшнюю игру с «Мафия Клаб Ламана Нера», я могу сказать с полной уверенностью, что «Мафия» – это прекрасная альтернатива ночным клубам, кинотеатрам, а также бесполезному проведению своего свободного времени. «Мафия» – это прекрасный способ релаксации и проведения своего досуга.